Состояние лагеря «Березка» вызывает тревогу, признался Алексей Голубев. Он напомнил, что раньше на территории оздоровительно-образовательного центра находилась воинская часть, и все постройки и инфраструктура достались городу в наследство, причем не в лучшем состоянии. С годами ситуация только усугубилась. Износ сетей, водоснабжение, водоотведение, износ котельного оборудования, он, конечно, за пределами всех мыслимых, значит, сроков и всего прочего. Кроме того, есть проблемы, связанные с тем, что в свое время там, если кто помнит, была баня, в которой произошел пожар. Это было лет, наверное, 6 назад. До сих пор этот пожар там так и остался. До сих пор ничего не сделано было. В реконструкции нуждается не только инженерная инфраструктура лагеря. Необходимо ремонтировать жилые корпуса, банно-душевой комплекс, бассейн, спортивный городок. По словам Алексея Голубева, в планах все эти объекты поэтапно привести в порядок. Сегодня мы закладываем средства для исправления всего, что связано с теплоснабжением, с водоснабжением, с водоотведением. Это однозначно в проект бюджета заложено. По котлу проблема была не в том, что мы деньги не заложили, а в том, что не успели отыграть конкурсы. Так бы должны были сделать до Нового года, но здесь из-за всех этих процедур все съехало на март месяц. Тем не менее, эта история будет тоже завершена. Напомним, этим летом наконец было отремонтировано 5 километров дороги до лагеря «Березка» от Дивеева до поворота на Коврез. Лидия Шилаева, Константин Островский, Александр Мальков, служба новостей, Саров-24.